36-летняя телеведущая Елена Николаева поделилась новым снимком с сыном. Мальчик родился в браке с Игорем Вдовиным, бывшим сожителем Анастасии Волочковой. А вот 16-летняя дочь Ариадна Волочкова живет с отцом и мачехой, а не в большом особняке своей матери. А как вы думаете, почему у девочки фамилия мамы, а живет она с папой?